Директор 13-й гимназии частично прокомментировал скандал с массовым увольнением учителей, о котором мы рассказывали в прошлую пятницу. Людмила Юдина объяснила, что родители напрасно боятся остаться без педагогов для своих детей. По ее словам, большинство заявлений об увольнении написали учителя преклонного возраста. Сделали они это для перерасчета пенсий. Такой уловкой пользуются многие, причем не только в образовательной сфере. Однако обеспокоенные мамы и папы продолжают утверждать, что увольняются из гимназии, в том числе и молодые учителя. Одна из таких рассказала, что причина – тяжелые условия труда, которые не оставляют места и сил для другой жизни, помимо школьной. Уволилась из 13-й гимназии из-за неприемлемых условий труда. Нестабильное расписание. Каждый день оно новое. Ты не можешь планировать свои дела, поскольку не знаешь, во сколько закончится твой рабочий день. Накладки в расписании тоже не редкость в гимназии. Отсутствие своего кабинета. Две смены, где ты вынужден работать с 8 утра и до 7 вечера. Ну и окна между уроками, между этими самыми двумя сменами. Количество окон могло доходить до 3 подряд. Окна – это свободное время между уроками, которое порой доходило до 3 часов подряд. При этом они не оплачиваются. Педагог вынужден просто сидеть в классе и ждать начала занятий. В это самое время где-то в коридоре школы мог сидеть целый класс, также в ожидании уроков. Также педагоги заявили о нездоровом климате в коллективе. Якобы на любое высказывание недовольства в ответ завучи позволяют себе грубости, даже оскорбления. На эти претензии директор пока не ответила. После первого разговора по телефону с нашим корреспондентом ее телефон стал недоступен. Если она выйдет на связь, новые подробности мы сообщим в следующих выпусках новостей.